радиостанция Смарбокса. По моему сигналу заходим. Хотя нет. Вы включите глушилки, и зайду только я. Хочу посмотреть в глаза человеку СМР-бокса, когда он узнает, что я из корпорации. Я захожу. Здесь висит обычный на первый взгляд замок, но я уверен, что здесь есть некий подвох. Люди СМР-бокса не так-то просты, как кажутся. Проверю-ка я его своим электронным прибором. Отлично. Теперь его можно вскрыть отмычками. Включить режим ночного видения. Отлично. Кажется, он меня не заметил. Нет, я не буду выдавать себя за убийцу. Я обычный вор. Что ж, чаек заварен. Можно начинать трансляцию. А, вон он стоит. Если подкрадусь ему тихо, смогу применить более незаметное оружие — электрошокер. Я тут это... Что здесь делаешь? Ты из корпорации? Или ты просто вор? Сейчас мы это выясним. Не двигайся. Сколько здесь еще заложено бомб? Я не понимаю, о чем вы, сэр. С чего вы взяли, что мистер Бискет будет взрывать помещение? Он взорвет лишь только входы и выходы. Ему нужно устроить саботаж. По моим данным, это случится где-то через час. Это будет самое удобное время. Видишь это? Это пульт управления подрывом взрывчатки. Он мне понадобится чуть позже.
насчет мистера Бисквита. Вчера я потерял из виду его семью. Не могу их никак отследить. Ни через спутники, ни через камеры, ни через лучшую нашу электронику. Они как будто растворились. Я знаю, чьих рук это дело. Наверняка здесь поработала жена СМР-бокса. Только она может спрятать человека так, что корпорация не сможет его найти. Даже лучшие наши инженеры не могут с этим справиться. Наверняка из-за этого мы не можем найти ни СМР-бокса, ни многих важных его сподвижников. Вчера я обнаружил главную персону армии мурашек. Тьфу ты, ведь вроде они назывались рейнджеры. Ну что за название? Ладно, с этим потом разберусь. Так вот, им оказался... Неужели я просчитался? Я человек, который поднял столько бизнесов с колен. Я... великий психолог, математик, физик. Нет. Слышишь меня? Где у вас тут двери открытия? Где у вас тут кнопка открытия дверей, чтобы освободить всех заложников? Быстро нажимай, выполняй. Я выведу их через секретный выход. Сыворотка, которую вкололи им, она уже начала действовать. Она должна переманить их на нашу сторону. Я наконец-то приведу свой план действия в жизнь. А ты... ты уволен. Но, сэр, я же... Да, сэр. Да, я иду по плану. Я нахожусь на третьем его этапе. Заключенные освобождены. Да, начинай переправку данных. Также подготовь машину. Но знай, что я заминировал ее. Если что-то пойдет не так, если что-то не пойдет не по плану, я взорву ее. Сэр, с вами все в порядке? Да, так, чуть просчитался. Мистер Бисквит, поторопитесь, пожалуйста. Я уже скоро. Дайте только провода соединить. Знаю главу корпорации, он явно рассчитает время, когда я взорву взрывчатку, но что я знаю точно, так это то, что он не изменит своего решения до конца. Совсем скоро я взорву взрывчатку и сразу же поеду к мистеру Боксу.